Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня у нас, ребятки, как вы заметили, уже выкатили вот такую вот акцию разработчики. Опять подкорректировали ее, в прошлый раз это было 8.15.25, кажись, если не ошибаюсь, сейчас это... Или 7.15, ну короче, сами все видите, 10.20.30. В прошлый раз я открывал сундуки за рейтинг персонажей. Но они не сработали. То есть мне награду за это не дали. Что в этот раз могу посоветовать? Ну, скорее всего, это надо покупать. Вот что-то мне на 100% это кажется. Потому что, ну, не могли бы они... Типа, все игроки тогда бы смогли просто взять и открыть себе 30 сундуков серебряных и получить наградку. Поэтому такие вот делишки. Хотите открывать и хотите нет, это ваш выбор. Можете залутать легендарный сундук, но я этого делать не буду, потому что, ну, во-первых, сундуков не хватает, а во-вторых, ну его нафиг, как говорится. И сегодня поиграем за Молли, будем сегодня бейсболировать за вот этого вот усатого монстра. Жесть, эти усы, это, конечно, нечто. Поиграем в командных боях. Молли у нас, как вы знаете, очень сильный персонаж, но перед этим будем ему перераспределять атрибуты. Кстати, видели, у меня в последнее время начало подлагивать немножко, то есть, если раньше здесь были такие, когда они графику понижают, что стандартные модельки такие, просто картинки. А когда нестандартная графика, то здесь вот анимированное все, с анимациями, там вот это вот все. И вот я сегодня позагружался, у меня сразу появились что-то картинки, а потом они перестали быть и как бы стали вот такими вот анимированными. Ну, такое дело. Опять там разрабы что-то шаманят. Итак, меняем атрибуты. Будем немножко балансировать в плане дальности, вот для копья. Отнимаем два перезарядки, накидываем 3 дальности. То есть, чтобы было чуть-чуть покомфортнее играть. Опять же, бомба. Вот, кстати, с бомбой не знаю. Наверное, тоже дальность подкорректируем. Сколько здесь радиус? 2%. Ну, 12, наверное, маловато будет. 3% или 2% здесь. Наверное, так сделаем и сделаем еще вот так. Будет комфортнее играть. Хотя, радиус. Ну, тут, блин, 5% дальности. Так, пока что так оставим. Не хватает атрибутов моли на гранату. Ну, что поделать. Еще дробовичок у нас есть, но тут плюс-минус отбаланшен. 3% перезарядки или 4% дальности. Ну, мы будем играть в командные бои. Здесь как бы выгодно стрелять чуть побыстрее, но доставать до противника тоже выгодно, потому что большинство играет все-таки на дальних дистанциях, и нужно это будет учитывать. Поэтому делаем вот так вот. Так, вот так вот. Вот так вот. Да, именно так вот. Вот так вот. Поэтому идем в боец смотреть, как будет Молли сейчас отыгрываться. Раньше он же, я его использовал более как ближнего персонажа, с быстрыми перезарядками. Теперь у нас будет такой более сбалансированный, чуть на дальний геймплей, всякие командные бои. Так. Погнали, пойдем. Намекну. Ого, кстати, мне кажется, граната очень далеко стала кидаться. Офигеть, как же приятно. Не, ну по-любому надо качать так, ребятки, даже не задумывайтесь, просто берите и качайте дальность граната. Ну вы сами видите, это настолько приятно. Просто на полкарты кидать. Стоишь здесь, кидаешь туда. Это прекрасно. Очень даже прекрасно, я бы сказал. Ля как залет. О, кайф. Че, они не хотят идти к нам, да? Ну, вот союзники просто, ну как? Ой, ладно, проехали. Хотя нет, баг, смотрите, успел. Погнали. Донни вроде копье не нужно. Жираф у нас лишенный рассудка. Ну, хотя бы трое плюс-минус адекватных, да? Уже есть, уже неплохо. Ну, кстати, блин, радиус обзора с... Опа, вот она мощь. Вот она мощь кенгуроида. Ой, сейчас кенгуроида мощь убьют, да? Мощного кенгуроида убьют. Не так быстро. Сейчас главное закидывать красивую гранатку. И вот так вот делать. Блин, гранатка промахнулся. Закидываем, вахаем дробовичком по Брюсу. Бачок у нас тут красиво все делает. Так, я тут бахаю. Гранатками закидываю. Опа, даблкил донок. Красиво зашла. Подразвалила, да? Так, делаем. Закидываем гранатку. Закидываем сюда. Выстрел делаем. Сейчас главное поднять аптечку, потому что... Ага, все. Поднял аптечку. Раз, два. Больные. Просто больные. Никс, помоги, у тебя есть дефибриллятор? Братан, помоги. Ну подойди ты ближе же. Он просто стоит. Передай. Да дай ты мне аптечку, Джоуи. Понимаете, он взял аптечку и просто бегает.
Как же не горит? Как же у меня не горит? Да возьми ты аптечку, что ты бегаешь? О, боже. Ладно, там кто-то взял другой, ладно. Мы каким-то чудом выжили. Каким-то чудом ребята просто... Вот эти двое, они молодцы. Дона, Бак, просто красавчики. Вот эти двое, это просто... Просто мусор. По-другому этих людей назвать не могу. Ну, реально. Как говорится, как действуют, так и заслужили себя назвать. Так. Никс, а что ты делать будешь? Ага. Ага. Никс хитрец. Ну да, я не попал, конечно. Хитрец умер. Да. Ну, как говорится, крем огнестойкости не помог. Сочувствую, сочувствую. Ох. Интересно, кстати, нам жраф тогда помогал, когда мы тут дрались, или нет? Что думаете? Мне кажется, не помогал. Хотя, они там как-то умирали. Возможно, даже помогал. Может, я зря на нем наговариваю. Типа, он там держал дистанцию, помогал. Но он мог бы просто стоять вот не тут вот, да, а вот здесь вот. Сюда, там же никто туда не бегал, да? Стоять там и помогать нам сюда. И было бы у него все красиво, но он этого не делал. Он почему-то был на воде, где-то на островке. Ну, короче, вы поняли. Слишком странно. Поэтому я считаю, что все-таки он нам не помогал. Смотрите, сейчас кустов выйдет. Или в бочке сидит за текстурой. Тоже высокий шанс достаточно. Гений. Гений. Засели где-то. Короче, непонятно, что это было, но победка оформлена. Спасибо большое Баку и Доне. Двум красавчикам. Ну и два гения в команде, как говорится. Не смогли. Не смогли ее заруинить. Но, а мы затащили. Приятно. Конечно, было бы приятно еще кикнуть этих ребят, чтобы они не получали победу. Ну, Никс там вроде пришел под конец. Кстати, заметили, он тогда пришел, встал рядом с кругом и не резал меня. То есть ему было пофиг. Ну, либо ему казалось, что он стоит в кругу и резает. Мне показалось, что он вообще меня не резал. Ну, может быть, это просто такое кривое отображение игры. Вы знаете нашу прекрасную игру. Как она хорошо работает. Они вообще не видят, мне кажется, карту. Для них карта это... Точнее, экран. Да и карта тоже. Это что-то из разряда... Не может быть! Откуда тут такое могло появиться, да? Первый раз видим. Блин, Бак 13 уровня. Нужно играть аккуратнее. Во-первых, нужно взять аптечку и похилиться, потому что без аптечки будет больно. Ну, кстати, Бака получилось шот где-то хорошо. Слона я на... Ой-ой-ой! Просто из ниоткуда взяли и вылезли. Блин, а Лев-то не затащит на соло? Левчанский, давай, давай. Помоги, помоги, Лев! Блин. Просто из ниоткуда. Обидно. И Никс без дефибриллятора. Ну, вы видели, да? Этот Никс, который забрал легендарную гранату. Какой же он полезный. Какой же полезный. Ой, слов нету. Ну, вот такие вот игроки в нашей игре. Блин, такой сквад классный был. Могли бы затащить изи. Так не повезло. И просто из этого вижена того, что просто ты не... Я не видел эту J12, которая была в кусте. Потому что она туда забежала в тот момент, когда я делал маневр на отход. Блин, такой микромомент. И за так затащил. Я там бы мог на изи просто стоять и раскидывать. Хотя у нас не было аптечек, наверное, это тоже сильно повлияло. Все-таки. Без аптечек в этой игре, в командной. О, очередной жираф гений. Соло игры. Ну, опять, кстати. А нет, вроде всем принесло. Отдайте. У нас 17-й жираф, офигеть. Офигеть. Зато бакс кофе. Бакс кофе. Я лучше бы 17-му жирафу дал гранату, честное слово. Я думаю, он адекватный. Тем более китаец. Интересно, как он к нам попал на рейтинг? Он чисто так по приколу играет или рейтинг сливает? Вот не понимаю я этого момента. Но я буду держаться возле него. В принципе, если что, он потанчит, а я спокойно подамажу, как говорится. Ну, китаец особо не парится, как бы. Намекнуем, что он играет командно. Ну, он вроде адекватный, надеюсь. Главное, чтобы остальные ребята в нашей команде тоже это понимали, что у нас есть 17 уровень, который сможет много сделать. Играем командно. Гений. На одни стамбаке. Ой, надеюсь, это все у нас получится.
Но опять же, молодцы. Вот Китай сейчас молодец, то, что он хотя бы от зоны уходит. Это уже как бы 10 из 10. А может, они китаец? Может, корейские иероглифы? Хотя нет, это вроде китайцы. Короче, не шарю, короче, в этом. Знатки, так сказать, напишите в комментариях, кто это такой. Да, вы же вычислите, как говорится, по IP. А может, не вычислите. Так, ну, в принципе, у нас все хорошо. Аптечки есть, лут есть, китаец есть. Все, как говорится, готово. Ну, это я, да. А что моя команда? Да как они это делают? Я же был здесь, Джейд была там. Что за монстры? Что за... Блин, я не хочу проиграть. Китаец, спаси. Китаец, спасибо. Братан, китаец спасает. Какой же он хороший. Я жить хочу, жить, 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 жить. Тихо, нормально. Ну за что? Ну за что? Ну, как этот Джейд попал хп-шотит пассивкой своей? Ну как? Ну что это за бред? Я нахожусь на расстоянии двойного прыжка кенгуру, меня берут и шотят. Как это? Ну, зато баг полезный. Ну, кстати, видите, да, ботинок, кофе. Ну, о чем я говорил, ребятки? О чем я говорил? О полезности баков, которые забирают легендарную гранату, при этом они используют кофе, при этом они используют ботинок. Вот они, видите? Вот эти люди. Как говорится, ни разу не ошибался. Ни разу. В адекватности игроков, которые используют кофе, ботинок. Ну, ботинок, опять же, я не осуждаю. Он иногда полезен, но когда у тебя три слота, и когда ты в командных боях, и когда у тебя должны быть зубы вампира, чтобы хоть как-то выживать. Дефибриллятор, чтобы союзников спасать. И еще у тебя должны быть гранатки, чтобы урон наносить тройные, да? Хоть как-то наносить урон массовый, да? Потому что у бака по массовому урону есть дробовик, не особо сильный. Копье плюс-минус неплохое, но опять же дальности не хватит. И граната одиночная. И как бы с этим всем как бы урона особо не сделаешь. А когда у тебя тройная граната, это считай полтора урона. То есть 100% идет урон от граната, и еще 50% накидывается сверху, а то и больше. Потому что, давайте вот даже, кстати, сейчас глянем, сколько накидывается. Где-то прекрасная гранатка, кассетная бомба. Во, 90% накидывается. То есть это x2 урон, понимаете, x2 урон. Причем эта область увеличивается, количество целей увеличится. То есть первые гранаты помогли продамажить по одному, а тройными еще там закинуть еще по трем персонажам. То есть понимаете, да? Х2 урон — это кайф. Это просто имбовый, самый имбовый предмет в игре для персонажа с гранатами. И этот баг. Ботинок, кофе. И последний артефакт я даже не заметил. Ну вы поняли, да? Мозг. Сверхмозг. Ой. Вот я сожалею, что не взял укол адреналина. Буду дальше брать укол адреналина на кенгуру, потому что зубы вампира бесполезны. Это, наверное, для слабоев только набрал. И забыл их сменить, скорее всего. Потому что вот сейчас, если у меня был бы укол адреналина, этой бы ситуации не было, и мы бы, возможно, смогли затащить. Возможно, опять же. Там были 13-е, мы были 11-е, у нас был 17-й жираф, который в этой ситуации был, ну как-то... Ну он вообще был бесполезен. Слишком много было подвижных персонажей у противника, и из-за этого такие дела произошли. Но, как говорится, всякое бывает, это зуба. За это она и нравится, потому что в ней нету всегда чего-то такого, что постоянно одинаковое, да? Всегда постоянно происходят какие-то неадекватные, хочу сказать, различные вещи, интересные, которые нравятся, да. Ну это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии, что думаете по поводу x2 урона от гранаты, и нужны ли они в командных боях, или... Нужен ли дефибриллятор в командных боях, или все-таки ботинок и кофе — это топ-1 для командных боев. Как говорится, пишите, ребятки, а на все. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.